Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий и тест Минотавра, которого я собрал, вам показывал 30-й прорыв ему вкачал, я его так и не тестировал, и сейчас с вами вместе протестируем его на битве гильдий, может еще побегаем по подземкам, посмотрим как по времени. В общем, на 30-м он и так, в принципе, 9-я ремка плюс пакт выносил все и вся, но на 30-м прорыве он будет мега-мега крутым. Должен быть, по крайней мере, посмотрим, как он справится с постройками. Я вам показывал, что в принципе выбивает все даже при 20-м прорыве. Но сейчас посмотрим, что у нас получится на максималке. Тут у нас бонусы. Какие-то шансы. Это новая акция. Угу, да, новая акция. Ничего себе. Прикольненько. Типа имеете возможность купить со скидкой или что? You have... А, типа получить прайс, бонус. А, я бонус от покупки самов, которые купил. Прикольненько. 4 раза типа имею. 1680, 10%. Действительно прикольно сделали. Обалдеть. А, типа за каждую покупку я имею возможность, шанс получить еще дополнительно. Прикольно. Супер. Ну, типа за покупку. Итого, сколько я получил бонусом. Нехило так, ребят. Прикольненько. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали на битву гильдий. Такс. На этого я не бегал что-то. Так, поехали, ставим Минотавра вместо Фрэнки. Вот такой вот у нас будет Минотавр, не с пактом, чтобы от стана была защита. Или давайте, ой, говорю, станом от отражалки. Давайте поставим пакт сюда, чтобы уже максимум выносить. Вот такой вот Минотавр. Остатки у него, как видите, довольно-таки неплохие. Можно было бы сделать наоборот. Пакт плюс ремка, но ремка-пакт поинтереснее, думаю, будет. Хотя, в принципе, с одной стороны, что так, плюс 41 тысяча, если мы переделаем. Так меньше, наверное, будет, скорее всего. Ну, там плюс-минус процентуально еще. Обычно его урон тоже немаловажен. Плюс 39. Ставим так. Так, окей, отлично, есть. Панчбокса смысла ставить, в принципе, как бы и нет. Но если у нас сейчас будут фреи, то попробуем такой сборки. Окей. Наверное, нам еще Минотаврик нужен. Ой, Минотаврик, говорю. Анубис. Тоже 30 уровень, как видите. Сделаю вам на него тоже обзорчик. Чтобы убрать юнитов. Ну, не хватит, попробуем еще. Так, и давайте перестрахуемся. Вот так вот сделаем. Поехали. Так, 520, 600, 540, так, 500, 570, давайте вот этого, а потом дальше пойдем. Так, понял, значит, изначально сейчас будем, ой, отлично, и фрейка есть. Так, супер.
100% без вариантов всяких. Ну, я говорил, это максимальная сборка на атаку. То есть тут ты ничего не сделаешь. Так, тут у нас... А тут у нас даже дырочка есть, отлично. Жесть. Ну, конечно, патчбокс, как видите, он здесь в данном случае, он мешает. Сейчас попробуем. Все отлично. Вытащили голубя. Просто изи как-то. Ну, выносит фактически полностью всю постройку. Так, тут у нас Космо, Фрея. Ну, успели. Сейчас, значит, в разные стороны закинем. Все, Космо мы убрали. Я надеюсь, успеет. А, не успевает, видите? Вот эта одна секунда мешает. Значит, делаем по-другому. Ну, там еще у нас бьет этот. Так, ладно, значит, делаем по-другому. Так, кого бы такого выпустить? Не хочет. Ничего себе. Стрелок не дает энергию. Видите, не все так просто. Ну, бей. Блин, забирает энергию. Придется все-таки поставить железку, а не пакт. Успевают забрать у Минотавра до того, как он ударит. В принципе, тут минуса можно и так загнать. Так, следующий топ улетел. Так, тут нам нужен Анубис уже. То есть, видите, даже пакта не надо, по сути, урона там просто заоблачно. Так, что тут у нас? Непонятно. Так, тут, наверное, придется все-таки Минотавр этим пробивать. Вот так вот заборчик сломали. Без проблем. Видите, панчбокс даже помогает в таких случаях. Так, 547. Наверное, шведы. Так, тут у нас есть Фрэнк. Фрэнки Космо. Ну, с этим надо будет, я вам скажу, поиграться, наверное. Для Минотаврика. Райка есть. Фрейки нету. Значит, пробуем. Надо было еще и выживание поставить ему.
Да, хорош. Тут Ронином тоже будет сложновато. Ну, можно просто всех в лоб выпустить. Как вариант, сейчас мы только поставим. Чтобы долго не мучиться. В принципе, как видите, хватает урона вполне. Так, ну нам тут минус туда не нужен. Если мы будем в лоб бежать, давайте попробуем командору. Тоже интересно посмотреть на нее на битве гильдий. Такая вот сборка. Ну, я так поставлю питомца. Так, Анубис, ну пусть будет. Космо. Тоже попробуем Ремку. Я вот решил на этой багажке потестировать огненку. Интересно сейчас посмотреть, там ли домогание на огненка. Это опять же как в кулдаун попадет. Ну, хоть у него хоть нету фрейки, потому что многие ставят фрейю. Это реально печаль. Ну-ка, Фрэнк выживет или нет? Походу 45% уже. Ну, неплохо, неплохо. Питомца дамажит 61. Оп. Слили. Смотрите, космо на космо. Жесть. А, не, все-таки мой ударил. Хоть ударил разок. Вот смотрите, как справляется. Так, командор. Надо было изначально командору кидать. Девяносто девять. Сейчас будет смешно, если сольемся. Конечно, не сольемся с такими героями. В общем, вот так вот. Не знаю, Минотавр, конечно, хорош. Спору нет. Пишите в комментах, хотите ли вы его увидеть на подземках. Ну, на битве гильдии, как видите, ему равных прохождений, там максимальных прокачек нет. Все, всем удачи, всем пока.